и поздравляю твою супругу замечательную Олю вот с такой вообще потрясающей работой. Подожди, несколько слов от увиденного. Успокойся, выдохни. Я понимаю, что ты тоже так же, как и я, переживал по поводу этих движений. Как? Подожди, это было эротично, сексуально и очень красиво. Я не видел этого до этого момента, потому что меня тоже все держали в секрете. Это было просто бесподобно.